Значит, дорога длинная, довольно часто исполняется эта песня, но всегда с искаженным текстом. В какой момент ее исказили, где, непонятно. Александр Вертинский, о котором я только что упоминал, пел настоящий текст. Я вот сейчас, я не помню весь его текст, но кое-что я пропою. А потом дам свой комментарий к современным исполнениям «Дорога длинная». Ездили на тройке с бубенцами, а вдали мелькали огоньки. Мне б сейчас соколики за вами, душу мне рассеять от тоски. Дорога длинную, нерасчелённую, из песни той, что вдали не зря, из той старинную, что и семиструнную, что по ночам все мучило меня. Сейчас поют, значит, пели мы задором, по ночам напрасно это жили. Значит, мы покончили со старым, значит, эти песни подошли. Если мы покончили. Нет, на самом деле дело не так. Аркадий пел с моих слов. Близко к оригиналу. И Вертинский пел. Это очень интересно, да, ведь бывает сначала один текст, а потом другой. Там без радости, без скуки, вспомнил я ушедшие года и твои серебряные руки, тройки, улетевшие навсегда, дорогой длинною и ночью лунную, из песни той, что вдали не зря, из той старинную, с той семиструнную, что по ночам тогда мучила меня. Я вам расскажу дальнейшую судьбу этой песни. Это, можно сказать, несчастная и одновременно счастливая песня. Несчастная тем, что она была украдена у русского народа. Но украдена итальянцем. А у него она всегда украдена, все. Они... Да. Нефть, газ. Песня была и даже девчонки. Самые лучшие девчонки. Извините, да, извините, вот здесь уже неправильно вообще. Эта песня, извините, я просто вам говорю, как я знаю, помню. У меня старше всего на 5 лет, подумаешь. Я просто вам говорю, как это было просто. Мэри Хопкинс ее спела. Это был шедевр, когда Мэри Хопкинс ее спела. Мэри Хопкинс. Мэри Хопкинс. Да, я мой рассказ. Саша готова дарить все. Готова все дарить от чистого сердца. Чуть-чуть. Я ее только смотрю. Ты знаешь, это я реагирую на женщину. Да, молодец. Некий американский автор песен услышал итальянское исполнение и сделал американский английский текст. Я сейчас не буду упоминать его фамилию, поскольку он не достоин того, что его имя прозвучало. И эту песню Пол Маккартни дал Мэри Хопкинс, с которой он был в то время весьма лиричных отношений. Он эту песню со слов вот этого американского автора дал эти английские слова. Она спела замечательно ее. Ничего не сказать, никаких претензий к ней нет. И эта песня пошла по миру с этим припевом. Так она и пошла. Но в России-то она вернулась в Россию с искаженным текстом. Значит, вот это вот то, что я сказала, развернулся перевод. Ее никогда не поют с текстом Вертинского, с настоящим. Почему? Непонятно. Руди, получается, что вернулся искаженный перевод.